Россию ждет прорыв в науке, считают эксперты. Такое мнение связано с тем, что ранее президент анонсировал десятилетие науки и технологий. Период с 2022 по 2031. Решение Владимира Путина поддерживают в Коме. И мы, как Академия юных талантов, организация, которая занимается одаренными детьми на уровне республики, это решение поддерживаем, потому что одно из наших ключевых направлений — это как раз направление наука. Мы занимаемся развитием у детей навыков проектной, научно-исследовательской деятельности, чтобы находим предприятия-партнеры для того, чтобы появлялись новые проектные решения, которые позволят улучшить жизни жителей и нашего региона, и России. Поэтому мы рады такой хорошей новости и будем составлять новые планы. Считает правильным решением привлекать талантливую молодежь в научную сферу и директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева. Это целое поколение молодых людей, которые будет очень много уделять внимания исследовательским работам, прикладного характера, технологическим вопросам. 10 лет – это хорошо. Я считаю, это можно вырастить совершенно новое поколение, которое даст большой прорыв стране. Директор вуза отметила, задача стоит не только в больших научных открытиях. Речь идет о том, чтобы мы могли пошагово, быстро продвигаться в современном мире, в инновациях и новых технологиях.